Любая ткань должна быть поглажена, даже ткань на образцы. То есть берем утюжок, разогреваем на самое горячее, ставим на самое горячее. Вот, желательно с изнанки, строго через проутюжник. То есть берем проутюжник, накрываем. То есть у вас как бы как раз для этого белую ткань покупали. Вот, можно побрызгать из пульверизатора водичкой. Брызгаем всегда только на проутюжник. Вот, и, соответственно, выглаживаем ткань. То есть какого качества утюг, дорогой, недорогой, с отпаривателем, не с отпаривателем, это не имеет значения. То есть все всегда мы гладим через проутюжник. Вот. То есть ткань должна быть идеально поглажена.